Друзья, покажу вам, чем нас кормят. Вот такие вот креветки. Вообще, я хотел рыбу поесть, но рыбы нету, сказали. Вот такие креветки, такая маленькая порция, на самом деле. Очень даже маленькая. Она стоит 5 евро. 5 евро стоит. Вот этот салат, хорошо, что хоть салат вот этот есть. Сколько стоит салат этот у нас? 3 евро стоит. И вот эта штука, ну вот эта штука мне понравилась, на кстати. Это не страшно. Вот такая штука, внутри рыба. Тунец, да. Но сверху вот этот хлеб, это не просто обычный хлеб. Это хлеб из кукурузной муки. То есть вообще классно, очень вкусно, когда ты ешь хлеб из кукурузной муки в такой рыбе. Такой хлеб еще стоит где-то евро, он будет стоить. Так, получается 3 евро, 5 евро. Полтора. 8 евро это будет. Полтора это 9,5 евро. И хлеб где-то евро, то есть 10,5. В общем, 10-11 евро вот эта вся еда. Мы сейчас находимся в городе Санта-Крус. Это на острове Ла-Пальма, Канарские острова. Пока все, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.